Всем привет, это Квик, и это, по-моему, восьмой эпизод Хардтайма втором сезоне, и мы будем создавать третьего перца. Как помните, второго мы вроде как убили. Ладно, давай-ка мы начнем создавать супер луч. Так и оставим я. Прокачиваем силу. Основное надо не будем качать, так прокачаем. Будет сидеть нас за вооруженное нападение. Фейс другой вообще. То есть супер луч это мексиканское имя. Вот и будем брать мексиканца. Сейчас какого-нибудь найдем. Ну вот вот такой выводит. Седой. Ну пусть седой такой, дедушка. Ладно, давай-ка начнем. Да-да, вы проговариваетесь к 54 дням заключения, хардтайме, точнее какой хардтайме. Вас ждет хардтайм. И проводите его в новый дом. Ну это как обычно. У меня номер в восточном блоке и номер 12. Блин, на второй этаж подниматься. Что это такое? Ладно, тут ничего нет такого взрывоопасного. Я бы хотел покидаться в офицеров. Но похоже здесь нет. Только катана, растяжка. Еще что-нибудь. Ладно, давай-ка подниматься на свой блок. Тут 23 человека, будет немного лагать. Так, тут уже понял. Я слышал. Огнетушитель? У кого тут огнетушитель? Я хочу кинуть. Я заслышал его. Сейчас будем находить. Будем искать. И как-нибудь кинем к толпу. Что, я тупой? А сам посмотри на себя, очкари. Так, этот говорит, типа, мне не нравятся азиаты. А может, не пойти тебе ли в задницу? Да у тебя проблемы. Была брысой. Точнее, черная была брысой. О, получай от офицера. Только пришел, все начали ненавидеть. Ну, получается, по задницам. Буду всех тогда карать. И того, и другого. И третьего. Отлично, я заболел еще. О, подкинули. Так, идем сразу в свой блок. Пока тут заварушка не началась. Так, бежим. Я бегать не могу. О. Вертелком. Типа я гладиатор и... Типа у тебя не будет проблем, если я нападу на тебя. Я уже напал на тебя. Тихо, ты не... Вот и вот. Твой друг уже подбежал и сказал, что я напал. А, я не буду подходить к нему. Ладно, зайдем-ка мы в чей-то блок, возьмем эту бутылочку прекрасного пива. Или, я не знаю, виски. Чего она такое взрывоопасное? И кинем. По старой традиции. А теперь там внизу уже небольшая драка идет. О, один вообще упал. Отлично. Вот наш блок. Нет! Ну все. Это конец. А все расплачется. Шикарно. О, у меня сигарета. Сейчас уже никакой драки не будет, у меня уже нет здоровья. Сейчас, если он умрет, это вообще будет что-то интересное. А нет, он не умер. Сейчас будет драться, или свой блок пойдет. Так. О, он этот. Короче, похвалил. Да-да, ты мирянин, я вижу, но, к сожалению, я не управляю своим персом. Поэтому уходи отсюда лучше. Или получи по морде. Без разницы. Одно и то же будет. Ну чё, стоишь, давай, дерись, если уже разозлился. Ну что стоит, ничего не делает. Тем временем там уже драка началась. Потом тут все такие. Злые друг на друга. Все злятся, непонятно ничего чего. Странно какой-то блок, тут надо самые такие опасные преступники. Или самые психованные. Ладно, полежим пока в кровати. Подлежал к кровати, установил свое здоровье немного. А теперь будем бегать отсюда. О, тут пул. Так и мы устроим тут сумасшествие, что ли. Ну, как бы и надо, не получится. Или как бы получится. Как бы получится. Получаем.
Оп! Так у меня, конечно, как сказать, упругость или... Вот агилити, как приводится, упругость или нет, я не знаю даже. Маленькая, поэтому они могут успевать атаковать раньше меня. Так, там все уходят, я не хочу, чтобы все уходили. Получайте. Блин, у меня уже нет пула. Оп. Получай. Хочу... Нет, тут надо руку никому не оторвет, а вот было бы у меня швабра, вот бы оторвали руку кому-нибудь. Там, по-моему, кто-то сдох. О-о, блин. Не получилось. Оп. Там кто-то уже сдох, еще кто-то сдох. Какие медленные офицеры. Я тут уже всех, не знаю, как бомблю. Бежим. Бежим. Я думал, он меня взял. Ну ладно, я взял какого-то чела. И тем временем сам упал. Получай. Получается, если тут такие с психоны, я тоже буду с этим психом. Будем разыгрывать маньяк за решеткой 3. У меня очень мало здоровья, я сейчас сдохну немного. Я лучше побегу. Посплю? Немного. У меня вообще здоровье будет восстанавливаться или как? Бо. Какой у меня статус? Какой у меня плохой стать, чтобы не держать задницу? Получай. Получается все, они все в моей камере, я должен всех убить. Я же был психом. Как я понимаю, по блоку. Это все психи. Получай, получай. И офицер надо тоже псих, и ты тоже получай. И четвертый тоже должен получить. Нет. Блин, меня все-таки захватили. Ну ладно, я там уже немного поубивал. В своем блоке будет поменьше народу, больше кислорода. Отличная тенденция. Блин, он выиграл. Да, я так думал, 6 дней и еще 1000 долларов заплатить за... Почему он 23 человека, я же там поубивал. Какого хера? Да, за то, что убил мне, короче, за 1000 долларов. За медицинское, не знаю как там, не обследование, а лечение, хотя он уже сдох. Так, будем считать, что это штраф. О, я знаю, что делать. Пошел вон. Так, у меня уже друг. А, этот. Ну это ладно, он все равно за мной не будет ступаться, чисто он мирянин. Все какие-то тихие стали. Тут, как всегда, пробка. Не понимают, как вообще выйти из здания. Получай. Точнее, какого здания? Получается, если я же псих. Сейчас подойду. Так, продолжаем. Куда отнял? Да ну все такие злые, все какие-то сумасшедшие. Блин, я сейчас разозлю. Да, я сейчас сдохну. Оп! Там еще одна драка. Ну конечно, тут все какие-то психи, блок психов. Я тоже сам псих. Какой прогресс, если тебя сейчас убьют? Возможно, что убьют. Еще раз получай. Или я сейчас получу. Нет, ты сейчас получай. Я сейчас сам упаду. Оп, оп. Давай, давай, давай. Ой, и уходишь. Спокойно уходишь в свой блок. Как ни в чем не бывало. Вот там оружие. Кстати, он один полицай, так что если я его убью, буду править блок. Да уж. Как это не очень хорошая тенденция этого блока. Ну ладно.
хотят арестовать. Я не знаю почему. Я просто перезапустил игру, сейчас там один дохлый лежит. И чтобы все клетки закрылись, он должен как бы убраться. Ну и вот я убил пыльца, а теперь я правую блоку. Это будет кое-что интересненькое. Пофим немного тогда. Итак, мы будем вершить правосудие. Прямо сейчас. Полицаев больше нету. Когда ты мирянин, ты все равно не будешь отвечать. Понял? Поэтому будем делать что захотим. Тут все-таки есть оружие, как я видел внизу. Пистолет. Пистолета много патронов. Поэтому мы берем его. А кто-то благодарительный, а кто-то нет. Ладно, сейчас будут все благодарны мне. Иначе, либо все неблагодарные умрут. Оп! Я не знаю, по кому палю, а по нему, ладно. Отбиваем его. Я не знаю, по кому ему еще мы будем палить. Ладно, давай-ка мы будем установить тут свой порядок. Пока мы отсюда не ушли. И ему давай. И ему давай. По пуле каждому. Неблагодарному мне. Получай. Он все равно не мне бьет. Короче, меня дерет. Он мне помогает уже. Пока я убегу. Там тем временем уже небольшая драка. Получай. Там пистолет, по-моему, уже взяли. А кто взял пистолет, э? Как я буду устанавливать свой порядок тут? Или у меня мало сил? А, нет, у меня есть сила, чтобы отбить. Так, мне нужна швабра, не. Мне нужен ножик. Там я вижу гангстер с пистолетом с моим чучом. Он взял незаконно, там взял, так, мой пистолет, без моего спроса. Где он теперь? Это он внизу ходит? А, да, вот он. Бежим. Бежим к нему, сейчас будем установить свой порядок. Он по нудр... Что, стрелял по кому-то еще? Сейчас ты у меня... Бери, блин. И мне, нет, мне тут должен помогать кто-то. Оп, получай. О, мне помогают уже. А все, он снимал свой пистолет, и будем тогда всех драть. Получайте, там прям в толпу, прям в толпу. Оп, и по тебе получай. И ты получишь. И ты получишь. Давай, давай, сейчас отпилим кому-нибудь руку. Оп. И еще, давай, давай. Ладно, тебе достаточно. Сейчас будем по толпе добить. Опять, куда ты смотришь? Почему тут нельзя переключаться, как в этом рестлинге? На другого какому-то человека. Ладно, да, и этого бить. Пока патрон не закончится. Или пока кто-нибудь деньги мне не даст. Если у меня 1000 задолженность, я должен это восполнить. О, мне уже первые деньги заработаны. Оп. Упс, не потому. Извини. Ладно, ты все равно не будешь отвечать. Ты же мирянин. Ладно, будем этого бить. А, у меня закончились патроны. Оп. Блин, мне нужен веник. Точнее, швабра. Или нож. Нет, нож мне не очень нужен, он маленький. Нужна какая-нибудь длинная швабра. Как у него этого чела. Если он, конечно, мне не друг. О, он все равно кинул. Конечно, ты будешь брать эту швабру, это моя швабра. Запомни, кто тут закон. Бомж не закон, я закон. Получай. Надо, не знаю, кто-нибудь будет помогать или нет. Да, кто-нибудь будет помогать. А, ну как помогать? Будет всех бить. Никому не будет помогать. Оп. Это мой друг. Отойди. А что мало ли по тебе еще будет долбить. Так, сейчас будет тут толпа небольшая. Буду своей любимой мельницей крутиться. Упс, ладно. Буду всех бить тогда, и друзей, и врагов. Чтобы я тут один остался. Отлично, меня еще и ранили.
Вообще интересно, your man, под ник спортсмен, это переводится как мухрышка. Ты мухрышка. А, я думаю, я сдох. Короче. Блин, там. А, вот он, огнетушитель. Я думаю, где он? Че нужно? Получай. Какой это твой блок? Так тоже получай. Сейчас мы все получим. Сейчас я сделаю, как делают маджахеды. Террористическую атаку. Блин, получай. Ладно, тогда получай вот так. Оп. Да, у меня уже нет настроения. И сейчас у меня будет. Да, у меня сейчас будет вообще плач. У меня вообще агилити 38. Ниже некуда. Стрендж. Ну, стрендж так нормальный, но все равно вообще... Сейчас я надо вообще умру. Ну что застрял? Давай прилезай. Бей этого. Тут надо не всех... Не успеем никого побить, честно. У меня нет здоровья, я вообще ранен как бы. Это не лежат постели, но... Ну да, я думал, что я умру, но нет. Я застрял. Ты вообще застрял? О, это у меня первый раз такое. Давай, вылезай, вылезай. Это что-то эпичное просто. Я застрял в прутьях. Ну-ка. Перезапишу. Все, я вылез из прутьев. Ладно, пойду подержу. На кровати. Пока никто не будет мне мешать. Лично наступила ночь, и я вылечился. Тем временем все идут спать. Я буду сикарать. Получай. И ты получай. И ты получай. Сейчас за троих получу. Вообще ни скорости, ни упругости, ни силы нет. Все это травма. Куда бегаешь? Я его буду долго так бить, потому что силы-то у меня уже нет. Получай. О, ты вообще уходишь вообще? Точнее, ты завтра вообще уходишь в тюрьму. Ну ладно, тогда да, я тебя добью. Топ, мне там жизни не казалось. Получай. Отлично сдох. А нет, он выжил. Здесь он всех будет карать. Что же делать? Такой маленькой скорости, такой маленькой силы, я даже не знаю, как карать буду. Не нужен веник. Точнее, швабру. У кого тут есть швабра, я же видел. Не француз, где у вас швабра? Так, пистолет пустой. Да, пистолет пустой. Итак, где ваш швабра? Я призываю к порядку и говорю, где ваш швабра. Ёмно. У тебя швабра, получай. Я спрошу, у тебя есть швабра или как? Или ты можешь ее добить? Да, уж у меня... Да ну, с этим персонажем. Да, и с другим поиграем, вот с этим. Что же мелочиться, мы же маньяки. Сейчас у него спадет. Это на ненависть. Давай быстрее спадай. Сейчас добежит и все. Все закроется. О, все. Давай быстрее сейчас выбежаем. Выбегаем. Выбегаем, выбегаем. Отлично. Швабра, швабра. Там? А нет, там двое сразу. Нет, у вас же есть швабра. Надо швабру есть на втором этаже, то есть на первом этаже только пистолет. Так. У вас ножик? Нет. А у вас?
А, у вас бутылка. Блин, ты взял бутылку? Ну, отдай. Получай. Получай вот так еще. Короче, сейчас возьмем эту железку. Идем всех карать. И его. И того. Сразу двоих будем карать тогда уж. Оп. Оп, блин, немного подбил, ну ладно. Все равно убежал. Получай. И ты получай. И оба получаете. И ты, вот, все, сейчас умрю. Ты умер. А ты? Не отбирай. О, я ему оторвал руку. Пол руки, ну ладно. Заслужил свое. Теперь бежим в другую камеру. Сюда. И его бьем. Будем всех бить. Оп. Он еще не понимает, что здесь происходит. А все, понял. Мы все равно его будем бить. Пока он не даст деньги. Либо у него не торвется рука, либо он не умрет. Блин, ну ладно, до этого тоже будем бить, все как они заплачут. Теперь идем в следующий блок. Точнее, камеру. Есть кто обитает, тут никто не обитает. Ладно, а тут есть один чел, который сразу решил подраться. И мы его не даем такой возможности и будем бить его. Получай. Оп. Оп. Еще разок. Да-да, только сейчас понял, что ты твоя камера, а не моя. Поздно понял. Слишком поздно для тебя. Добиваем. Так, у него... Ну, сранец. Блин, а вот, я думал, он за текстуру провалился под железкой. Получай, куда ты решил? А, вот. Вот и деньги. Так, получай напоследок. Ты еще не сдох? Ну-ка. Вот теперь сдох, ладно. А тут двое. Ой, что-то интересное. Получай. Это был мой друг, будем его бить. Нашего брата. По банде. А, он не будет отвечать, так что будем сначала этого добивать. Это странно, что меня не выгоняют из банды. Потому что я уже дерусь, а драться в банде нельзя. Получай. Оп. Так, я поздоровился с кем-то. А, с этим. Сейчас только понял, что и я прибежал. Так, тут никто за меня не будет отвечать. Так что надо быть осторожнее. Вообще надо взять катану и всех бить. Ты куда, хотел убежать, что ли? Тогда получай еще разок. То есть ты нарушил дисциплину. То есть ты тут вообще находишься в живом состоянии, не мертвым. Таковы правила. Уж извиняй. Давай, вставай уже. Так, ты же ходишь еще. Либо дай денег, а все. Тут вообще плачет. Ну ладно, тогда не будем его брать. А теперь мой старый персонаж. Не поможет. Помоги себе сам. А знаешь, что у тебя вообще ничего нету. Если он меня убьет, это будет что-то интересное. Отлично. Почти меня убил. Так, ну да, вставай. О, выбросил, шикарно. Оп. Да, я понимаю, что я отнял твое время сна, ну ладно. Ну, теперь посмотрим, что у нас делает мой перс. Ну, что не сделал? Хотя... Мне что-то сделают, если мой старый персонаж убьет меня, то это будет что-то интересное. Так, это вообще застрял, отлично. Уже в поток ярости он застрял где-то в уголке. К
чужой камеры. Вообще валяется через прутья. Давай, вылезай. Ты же знаешь, как вылезти. Вот дырка. Куда туда идет. Там еще много народу на прямом этаже, например. А что ж, будет большая драка. Так, еще раз лег спать. Берем железку и еще раз бьем. Оп. Что, такой умный, что ли? Получай. Оп. И еще разок. Да-да, это твоя камера. Так что твои. Оп. Чё, не умирает? Сколько у него здоровья? Все, меня убили. Или нет? А не, у меня еще есть запас здоровья. Чё хренёшь? Блин, ну сильнее меня. Давай, вставай. Блин, как у него сильнее меня? У него вообще нет ни агилитки, ни стрэнджа. Чё за парадокс? Это же странно, что происходит. Ну, убивайся уже. О, все. Я тогда не буду больше трогать его. Блин, или он будет трогать меня. Ладно. Все, а теперь не буду его трогать. Бежим в соседнюю камеру. Там никого, там есть пул. Я не знаю. Он не отрывает конечности. Ладно, не будем трогать пул. Берем железаку. И идем тогда карать окончательно своего брата. Он все равно будет, не будет меня бить. Так, не этого, а его. Блин, все равно его на его пыр включается. Ладно, идем на первый этаж. Или тех докоряем. Оп. О, все, отлично. Оп. Там где-то драк, я слышу. На первом этаже, наверное. Так, докоряем этого. А, у него же руки нет, что я буду карать его? Он заслужил то, что получил. Так, этих я не буду карать. Еще там разъяснился один. А это будем. Еще много народу, а ночь уже на подходе. Оп. В чем начал залезать на кровать? Нормально. Это тебя не спасет. Ну ладно, вот это тебя спасет. Ну да, я атаковал твоего друга. Ну, давай напади на меня. Получай. Такой умный тут нашелся. Понимаешь, тут дисциплина такая своя. Тут даже, ну, кроме меня, все мертвые лежат. Либо все с оторванными механизмами. Это же такие правила. Поэтому ты должен его соблюдать. Либо оторви себе конечность, либо там мертвым. Оп. А, он говорит, типа, не нравится люди с азиатской внешностью, что он сам азиат. Типа, я его брат. О, давай. Стал мирянином. Его побил, стал мирянином. Добиваем этого. Да, спасибо за железку. Оп. Блин, он меня убил. Нет, нет, не умирай, не умирай. Отлично, я умер. Ладно, я не буду переключаться на другого персонажа. Йоу, мы убили достаточно человек. Там сколько? Раз, два, три, где-то пять человек. Или шесть. Ладно, я назову эту серию «Маньяк за решеткой 3». То есть это никак... невозможно нажать по-другому. 8-й эпизод, разве? Ладно, это с вами был Аквик. Всем пока.